«Портрет дамы в соломенной шляпке». Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, написанная в период с 1624 по 1625 годы, принадлежит к стилю барокко, находится в Национальной галерее Лондона. Иногда именуется как просто соломенная шляпка. Рубенс обогащает портретную характеристику раскрытием общественной роли портретируемого. Это соответствовало концепции импозантного барочного портрета, призванного изображать людей достойных и значительных. Герои Рубенса наделены чувством собственного превосходства, высокомерной степенностью. В композициях портрета важную роль играют сдержанные спокойные позы, особый поворот фигуры, головы, многозначительный полный достоинства взгляд и жест. Эффектный костюм, торжественность обстановки, подчеркнутая тяжелыми занавесами или колоннами, знаки отличия и эмблемы. С помощью костюма портретируемого раскрывается то, что недосказано лицом модели, ее жестом. В 1620-е годы Рубенс создает новый жанр европейского парадного барочного портрета, подчеркивающего социальную значимость модели. К примеру, портрет Марии Медичи. Особое место среди портретов кисти Рубенса занимает тончайший по прозрачной живописи портрет камеристки, а также изящная картина «Портрет дамы в соломенной шляпке».